Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, обзор на раскрасочку. Давно я обещала ее показать. Все как-то не получалось. Это гномы. Это у нас Денис Клет. Я так понимаю, у нее еще есть несколько частей из этой серии. Это эльфы и русалки еще. Ой, эльфы. Ну, феи, эльфы, не знаю, как правильно. Я выбрала именно гномиков, мне они ближе. Хотя русалочки тоже очень красивая раскрасочка. Раскраска такая достаточно тяжелая, достаточно объемная, ну, толстая по иллюстрациям. Она односторонняя. Листочки очень плотные, я так думаю, выдержу даже водичку. Если вы захотите акварелить, все-таки я уже заклеила ее пленочкой, потому что мне жалко. Достаточно объемная толстая книга, она будет очень, я так понимаю, приличное время в раскрашении, в использовании, поэтому лучше обложку ей. Вот такие вот замечательные гномики у нее. Это так, что у нас, ну что-то Нью-Йорк издательство. Вот такая красота. Уже с первых страниц у нас. Как я сказала, посмотрите, какая прелесть. Я все смотрю на эту иллюстрацию, мне хочется ее раскрасить. Вот такая вот прелесть. Они здесь все односторонние, листики плотные, бумага мне очень нравится. Ну вот единственное, она, по-моему, склеена все-таки. Я единственное надеюсь, что она не развалится. Так, можно немножко вот так, потому что здесь односторонние картиночки, поэтому посмотрите, какая прелесть. Здесь девчонки есть. У девчонок, ну, все гномы практически без лиц, так, чтобы конкретно лица здесь нету. У девчонок глазки. Они все такие чудные, хотя вот у девчонок, у некоторых мордашки все-таки немножко, но прорисованы. Вот такая красота. Вот. Балерина. Красотка. Вот такие. Очень много у них здесь домиков. Кто любит такого плана раскрасочки. Я знаю, девчонки, видела много, мы в мышатах рисуют такие вот всякие домики. Еще что-то раскрашивают. Здесь тоже их полно. Вот такая прелесть. Я так, насколько... Ну, я бегло смотрела обзоры на другие книги из этой серии. Но, в принципе, иллюстрации чем-то друг друга напоминают. Только там русалки, феи, здесь вот гномы. А так, вроде как, смысл один и тот же у раскрасочек, по большей части. Ну, и здесь добавлено пару новых персонажей. Смотрите, какая красота. Руки чешутся, но страшно испортить эти раскрасочки. Смотрите, какая прелесть. Тут есть такие вот чудные домики. Знаю, многим нравится раскрашивать именно домики, а не персонажи. Вот такая красота. Чаепитие. Вот какая прелесть. Такая вот красоточка. Здесь гном отдыхает. Очень красивая раскраска, все красиво разрисовано, прорисовано. Мне прям очень-очень нравится. Здесь вот среди книг гном. Опять домик. Очень здорово, очень красиво. Ну, то есть вы найдете иллюстрацию по себе. Здесь вот она цветочки поливает. Вот такая вот прелесть. Ой, как красиво, смотрите. Цветочки ей дарит. Любовь. Любовь. У них любовь. Вот опять домики. Вот. Я рада, что я ее взяла. Ни капли не пожалела. Даже подумывая, может, имеет смысл. Даже, вот видите, есть и тут уже есть феечка. Видимо, добавили феечку сюда. Вот.
Иллюстрация напоминает, знаете, хоббита. Домики хоббитов. Нечто наподобие, по-моему, такого плана иллюстрации, только с русалочкой я видела, похоже. Вот такая прелесть. Постирушки. Здесь так. Книга очень толстая. Тяжело. Так, ну тут, видимо, модница. Ее все шляпы, платья. Вот такие две красотки. Но вот в некоторых иллюстрациях все-таки есть небольшие мордахи, что тоже приятно. Все-таки с лицами как-то интересней. О, какая красивая, посмотрите, иллюстрация. Дальше. Вот он сидит, гномик, среди цветов. Так, что у нас тут? Вот такая. Их тут много. Уже целый как бы город гномий. Очень красиво. Здесь грибы, кстати. В последнее время прямо понравилось мне их красить. Зима. Тут есть зимние варианты, такие вот иллюстрации, что тоже радует. Посмотрите. Новогодние такие гномы. Ну, вот тут снег. Очень много снега. И нет такой прям никаких теней. Конечно, для меня немножко проблематично будет пока что такое красить. Но в целом, почему нет? Никаких границ, никаких запретов нет. Вот такая красота. Здесь вот спит тоже. Ой, смотрите, тут еще и хрюшка спряталась. Помимо гномов. Вот такие вот чудные снежные гномы. Вот. Очень красивая иллюстрация. Просто такое мимишество. Я знаю, кто-то феечек и русалок из этой серии очень любит, красит, обожает. Кто-то любит домики красить. Мышат очень. Она напоминает даже чем-то эту раскраску мышат. Только с гномами. Но мне вот нравится это очень. Здесь вот, как я уже говорила, новый герой появился. Собачка. Вот она. Норман. У них новый друг. Собак. Смотрите, какая прелесть. Обожаю эту иллюстрацию. Прям купают. Вот такая иллюстрация. Вот, на пляжах. Видимо, на Карибы приехали отдыхать гномы. Посмотрите, какая прелесть. Ну, разве не прелесть? Так, море, песок. Так, раскраска уже пытается перетать. Вот такие иллюстрации. Очень красиво. Я довольна на все 100%. Надеюсь, кто-то тоже заболеет этой раскрасочкой, как и я. Надеюсь, не я одна такая. Бумага прям плотная, классная. Я так думаю, можно даже, если вы не хотите карандашами, акварелью. Мне кажется, даже в принципе фломастеры она выдержит. Ну, даже если не выдержит, здесь, как я уже сказала, все одностороннее, поэтому не страшно. Вот русалка есть. Так что я не расстроилась, что я не выбрала русалочек. Здесь даже и русалки. Пару моментов есть с русалочками. Так что можно покрасить. Вот смотрите. Денис позаботилась об этом. Вот такая вот художница тут есть. Русалок нарисовала. Вот еще есть русалка. Ой, как красиво. Вот, видимо, юный Пикассо рисовал. Ну и все. Достаточно, как вы видите, она объемная. Очень много иллюстраций. Хватит ее не на один день и даже не на один месяц красить. Так что я довольна этой раскрасочкой. Качество на высоте. Раскрашивать можно
как я уже сказала, любыми материалами, любой канцелярии. Можно яркими такими вот делать, она предполагает это. Так что такие вот зендудлы, вот такая вот шикарная раскрасочка. Присмотритесь, кому интересно. Спасибо, что были со мной, что посмотрели мой обзор. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. А мы с вами встретимся в следующем обзоре, уже на следующей раскрасочке. Всем пока-пока!